К нам приходят очень много людей, чьи взгляды на жизнь очень схожи с нашими. Друзьями этой компании становятся люди с внутренней субстанцией, с внутренним стержнем, которые просто живут душой и делают что-то искреннее. Спектр профессии этих людей показывает, насколько разные люди разного возраста используют Energy Diet для того, чтобы становиться сильнее, энергичнее, успешнее. Мы дружим уже очень много лет. И часто задаю вопрос, зачем я принимаю этот продукт? Потому что мне хорошо. Очень просто. Вы должны брать деньги с представительства Армани в России. Я уже 2 размера поменял за эти полгода. Совершенно недавно, благодаря Диме Деброву, я с вами познакомилась. Я вам скажу честно, я похудела за 2 недели на 2 килограмма. А худому человеку не так вообще легко похудеть. Я его принимаю для стабилизации, для балансировки состояния организма. Я впервые встречаю продукт, который на все действует. Ну что общего? Вот у меня сахар, понизился. И вот моя жена, а у нее перестали опухать ноги. Ну где мой сахар и где ее ноги? Вот объясните мне. Несмотря на погоду, холод, серость, я бегаю и я не заболела ни разу. При нашей погоде, где везде ходит грипп, вот он результат. Я не заметила, как я начала с наслаждением всем этим питаться. Я не заметила, как я начала это дарить, рассказывать, делиться этим с самыми близкими моими людьми. У вас есть совершенно грандиозный продукт. У вас есть нереальные лидеры. И у вас есть такие люди, которых, я думаю, нет ни в одной компании. И вот этот ваш позитив, наверное, он просто, не знаю, он везде, в воздухе, в любой частичке тела, его прямо чувствуешь. Менеджеры – это волшебные люди совершенно. Волшебные. Я приехала к вам, потому что я за свободный бизнес. Я за развитие личности. За людей, которые двигаются сами. Берут ответственность за свою жизнь. У которых результат зависит только от их профессионализма. Вот NL International делает новую Россию. Россию, которая строится на уме. Хотел прежде всего поздравить вас всех, поздравить с таким замечательным событием, пожелать идти дальше, не останавливаться на достигнутом и завоевывать весь мир. Очень хочу пожелать, чтобы у вас не было предела к вашему совершенствованию. 12 лет – это, конечно, крутой срок, но впереди вас ждет еще больше, это лишь начало. Я надеюсь, что очень скоро это будет глобальная компания в полном смысле этого слова. Вашими силами и вашими успехами. Спасибо.